Доброе утро, гости и подписчики канала. В Одессе середина октября. Погода балует. Температура морской воды плюс 16. Однако осенние шторма вносят свои коррективы. Коля, первый сарган на бомбарду. Первый в жизни твой сарган? Да. О, молодец, поздравляем. О. Ну вот, видишь, пошло дело так. А я вот на этот никогда не ловил. Опять близко. Так, хочется. Вот время, мнение, что ну вот я сейчас поставил подлиннее, я поставил другой пилькер. Но обычно считается, что осенью нужно уже 20-25 вот сейчас вот ставить. Ну вот сейчас посмотрим. О, смотри, сразу же взял и сошел. Ну видишь, на длинный поводок. Перед этим полчаса кидал. О, смотри, опять догнал, взял. Класс, вот это класс, блин. И хороший, это видишь? Класс. Я все хочу, но... Когда сегодня это вчера первый раз, пришел на сарганы, сегодня второй, думаю, бляха, лучше уже точно пробовать только должно. Не было долго заброса, вот два раза, видишь, атаковал. Да, прикольно. Они же там идут стайка несколько штук, одного зацепил, тот так, убежал. Часто бывает, когда ты одного тащишь, за ним еще два, и пальцы еще так же будут. Когда ты уже поверил в себя, почувствовал, да, конечно. Меню взял, и стоишь и драконишь. Сарган не такой активный, как в конце сентября, но ловится. Утренний выход с восходом солнца и до 9 утра. Дальше отдельные непредсказуемые залеты одиночек. Раз, час, два. О, есть, привет, привет, привет. Тяну, тяну. Работаешь, работаешь. Тяну, да. О, привет. Давай. Не теряй время. А сейчас уже цвет? Синий. То есть, когда он есть, ему пофиг. Да. Я сегодня дело такое. Значит, но... просто ловил на космастер. Правильно, чем космастер. Это то же самое. Да, тот же пилька, попугай, смотри. Он... попугай, это тот же самый космастер. Да, так дело в том, что у него ни отвода, ни хера не было. У него космастер, как он ну, есть. Ну, он когда, знаешь, он когда берет. Это, да. Ну, слушай, пошел что-то помельче. Ну. Да, это все время там шмык-шмык-шмык. Да, да, иногда чуть делаю паузу небольшую, но сейчас, чтобы... о, видишь, у всех пошло. Не, ну если нырнуть, конечно. Не, а тут надо хорошее, костюм подводный хороший, да, 16 градусов. Да, надо подсобирать пихняка. О, смотри, 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 смотри. Видал? Через волнорез камбала только что перелазила, Олег ее спугнул рывками, не видел? Иногда бывает вдоль волнореза стоит. Ну, видишь, на юге что-то народу мало. О, ребята. Опа, сошел. От елки-палки. Хорошо шел. О, опять взял. Давай мы тебя медленно, а то ты... Сошел, хороший такой. Слушай, такой, это же вот такие песочники самые вкусные. Да. Он еще, знаешь, там на банке, он такой розоватенький. Вот это самая, самая вкусная рыба. Саша и Женя тягали бычков. Решил присоединиться. Обычно ловлю на ультралайтовый спиннинг. За отсутствием поставил на лайтовый. Спиннинг чебурашку 3 грамма и слаг. Флагман Хитоми 1,6 дюйма в цвете шатрес. Тонкий крючок номер 8 Овнер S21 спасает при зацепах. На каждой проводке поклевка.
давай сильнее уже стукни. О, о, столько ждать. Да, о, слушай, это красиво. О, а когда знаешь на мормышку, вообще прикольно, когда там удочка сгибается. Слушай. Особенно порадовала поимка зеленушки рябчика. Ждем барабулек. В 10 часов подул южак. Можно ехать домой. Всем ни хвоста, ни чешуи. Подписывайтесь на мой канал.